Сегодня я хочу поздравить вас с большим праздником. Начало учебного года. На каникулах вы немного отдохнули, окрепли, повзрослели. И в этом учебном году вы, я надеюсь, будете более старательны, трудолюбивы, любознательны. Но особо я хочу поздравить троих первоклассников. Сегодня у них самый торжественный день в жизни. Они первый раз пришли в школу. Это их первый шаг в большую школьную жизнь. И я надеюсь, что этот день они запомнят навсегда.